Отличное ощущение, вернулся домой, так что все прекрасно, на клубнике встретили, здорово, так что готовимся к плей-офф. Взаимодействие вспомнили, все быстро, все это прошел в момент. Да, было 3 тренировки, так что это профессиональный спорт, так что трудно забыть взаимодействие всего за полтора месяца, так что настрой такой, что надо выходить и выигрывать каждый матч. Что можешь сказать о «Локомотиве» и как нужно играть ЦСКА, чтобы позитивный результат для себя получить? Не терять шагу в средней зоне и создавать плотность в своей зоне обороны, потому что ребята мастеровиты, играют быстро, поднимают наверх шайбу. Надо не давать им разворачиваться и бросать больше поворотов. Как оценишь для себя пекинский турнир? Ты набрал 4 очка, 2 плюс 2. Для защитника очень результативный такой показатель. Как, что скажешь? Ну, в принципе, все положительно. Не знаю, что еще сказать. Тренера пусть оценивает. Ну, немного не хватило до золота, но мы знаем, что бились, и равная была игра, по сути. Да, мы бились, отдали все до последнего, так что, ну, не повезло или не получилось, я не знаю, так что рады серебру, так что сейчас все мысли о плей-офф.